Всем привет! С вами я, Корявый Влог, Ирина, Лиска и за камерой Толян. Толян, поздоровайся. И сегодня у нас 24 часа челлендж. Мы будем играть в разные игры на компе и на мобильном телефоне. А чтобы было еще интереснее, победитель получает аж 50 тысяч рублей. Вот они, настоящие. Ух ты, я готова. Все, я победила, ребят. Мне деньги реально нужны. Ну да, да, рассказывай. Ирин, слушай, это челлендж для тех, кто реально умеет играть в игры. А это я. Это, ребят, а я могу поучаствовать? А то у меня айфон новый хочется. Нет, Толян, ты снимай. Да ладно, я шучу. Конечно, гол с нами, ведь мы же все понимаем, кто здесь выиграет. Ой, выиграет он, ага. А что за игры будут? Объясняю правила. Мы будем по очереди играть в Бравл Старс и CSGO. Победитель получает 4 очка, все остальные от 1 до 3. Бабло получает тот, кто набрал большинство, больше всего очков. Но это нечестно, я не умею играть в эти игры. Да и я, давай еще что-нибудь добавим. Ну окей, какие игры вы хотите? Давай баскетбол! Ну да, баскетбол норм. Хорошо, мы играем в CSGO, Бравл Старс и баскетбол. Поехали! Пау. Ребят, как вы заметили, сегодня мы снимаем не короче говоря, а 24 часа челлендж. И по этому поводу мы объявляем еще и челлендж для вас. Правила такие. Все смотрим сейчас на кнопку подписаться. Если она у вас серая, то ничего делать не нужно. Вы уже красавчики и прошли челлендж. А если красная, то чтобы выполнить челлендж, нужно нажать на нее и сделать ее серой. Кто сделает, сразу пишем в комментариях. Лично буду отвечать. Погнали! Итак, начинаем наш челлендж. Скидываемся, кто за кем будет играть. Первая игра будет CSGO. Готовы? Раз, два, три. Ирина всех выиграла. Отходи. Дальше. Раз, два, три. Ты последний. Раз, два, три. Итак, первая у нас играет Ирина. Вторая играет Лиза. Ну, третий Толян. И последний самый я. Слышь, пацаны, я слышала, вы тут бабки разыгрываете. А можно мы тогда с вами поучаствуем? Мы во все игры круто играем, особенно за бабки. Я не понял, как вы сюда вообще попали? Да там это, дверь была открыта. Лиз, ты что ли дверь не закрыла? Ладно, понятно. Давайте вы будете пятым и шестым игроком соответственно. Короче, первая игра будет CSGO. Все играем в равных условиях. 5 на 5 с ботами 5 раундов. Вы сами выбираете, за кого будете играть. За контров или за терроров. Победителя определяем по количеству фрагов. Итак, первая играет Ирина. Где я? Сейчас тебя нету, сейчас дома. Ты боишься. Сейчас. Где я? Ждем 12 секунд, ты вот. Вот. Пошевели мышкой, пошевели. Пошевели. Всех подряд бить? Да, это свои, ты их не можешь убить. А как я пойму, где мои, где не мои? Все, они побежали. Вот. А мне за ними? Куда хочешь, беги. Вот. Беги вперед, а что ты сразу-то не сказал, что мышкой это можно? Вид. Мышкой ты меняешь вид. А где люди? Кого бить? Направо, направо. Ты одна против всех. Молодец. Так. Кого опять не убивать, я не понимаю. А я знаю. Мне за ними бежать? Я не знаю ничего. Просто в бочку уходить. Беги, там какая-то происходит. Стреляй! Кого? Куда? Не знаю. Туда, направо. А, вот они! Вот кого-то вижу. Блин, они уже подохли. А, вот! Давай! Тихо. Заметьте, у девчонок легкие боты, так как они почти не умеют играть. А у нас самые тяжелые эксперты. Это неудобно с локтями. А прыгать как? Сейчас как поиграем. А я не так? Нельзя. Прыгать, чтобы быстрее игра закончилась. Вот, стреляй! Красава, убила! Да. Первого! Одного убила, еще. Я на бомбу жрала, походу. Так а куда надо? На бомбу или вот ее? На бомбу. Я не вижу, где бомба. Все, я поняла. Вот из-за тебя! Итак, Ирина убила всего двух ботов. Всего! Офигеть, как много! Это вообще Ирина! Чемпионка! Вторым игроком у нас по жребию Лиза. Короче, главное, чтобы кто-то из нас выиграл. Да, я тоже считаю. Мы поделим деньги чисто на косметос. Ой, блин! Давай! Там еще я видела! Я бегу! Воу, видали? Это кто? Это кто? Это мой? Наш. Ой, блин, куда стрелять? Где я? Как? Обезвредить бомбу, вот вообще. Подойти к бомбе.
Хорошо, и лечь на нее. Ты что, ножом его зарезал? Да. Что? Точно не играла раньше? Я играла один раз, когда они меня в прошлый раз снимали. Да, что ты играть не умела, а сегодня ты откуда-то узнала, причем... А сегодня я просветилась за 50 тысяч рублей. Сразу пришло просветление. Ну смотри, смотри. Ой-ой-ой. Стреляй, стреляй в нее. Ой, что это такое? Что это за фигня? Наш. Прицел, прицел. Это как выйти-то? Право ногу мыши. А нафига мне прицел-то этот дали? Весь прикол в том, что она даже автомат ни разу не купила, с пистолетом ходила. Итого, Лизка красава убила целых 6 ботов. Если бы у нее, конечно, если бы купила автомат, убила бы больше. Все, начинаем играть. Толян побежал. С ножом? С ножом быстрее бегать просто. У него самые крутые боты. Ух ты, видела хедшот? Эксперт, это тебе не легкие боты. Вот, смотри, что он устроил. Опа, это ну тактика, правильно? Да? Тактика про. Чисто встать и сдохнуть. И что, Толян не изменил? Да. Толян на свадьбе лицо не поменял. Толян проснулся, лицо не поменял. Эмоции Чак и Норрис, да? Да. Я заботаю сейчас. Давай, не решу, что я за тебя. Сейчас не бежит. Вот сейчас была эмоция. Четыре, молодец, не три, четыре, красавец, четыре. Итак, у Толяна 4 очка. 4 ботов он убил. Сейчас играю я. А ты что со мной не разговариваешь? Давай поговорим. Анекдот, короче, слушай. Был у кошки сын приемный. Не котенок, а щенок. Короче, он потом вырос. Стал больше мамы кошки. А почему не вредит? Не работает. Да это твою, я так и знал, что у него винтовка. Ты что помогаешь всем, а? Я бы так помогала. Второй, бомба здесь, тихо. Давай твою печку любимую. Ядка, Фредерику Феллини, дайте Оскар, ты богиня. Словно кукла Барби на витрине. Стихи, песни, что дальше будет? Твоя любимая, давай потанцуй. На троих вылетел. Чё? Ядка, Федерик. Спасибо, Господи. А, кукло. Сегодня я осталась без денег. Итак, за 4 раунда у меня уже 9 фрагов. Дальше можно, наверное, не играть. Всё, глушака без глушака, на скальпелях надо. Смотри, смотри, пукла, пукла! Хедшот! А, так тебе и надо. Слышь, ты кому это сказал? Ты кого сейчас там по IP-то вычислишь? Давай приезжай, я тебе сейчас сам адрес расскажу. Давай записывай, диктую адрес, короче. Я, конечно, извиняюсь, но ты с ботами играешь и сам с собой разговариваешь. А? Да? Чего ты на Толяну похож? Не знаю, чего ты лесом. Слушай, неплохо он, да, начал? Первый раунд пошел. Чтобы слепило противников, как его самого от самогона. Воин света. Обошел штаны, как у Толяна. Эмоции. Не-не-не, это не Толян. У этого живые эмоции. Он что-то там смеется, подпикивает. Это не Толян? Нет. Он сидит с ножом. Он с ножом в углу сидел, палил. Как типичный гопник. Давай, друг. Смотри. Итак, в результате первого раунда победил я. Ну, на втором месте Лизка. Ну, а всех остальных вы видите сами на экране. Не, ну вообще, мы только размялись, так бы всех разнесли. Ага, я и говорю, оборудование вообще никакое, дешманское. Я привык на этих, на нормальных аппаратах играть. Так, с вами все понятно? А мы переходим ко второй части нашего челленджа. Бравл Старс. Рассказываю правила. Сейчас каждый играет в одиночное столкновение по 2 боя. Считаем количество убитых соперников. Ну, в Бравл по-любому попроще играть. Я уже пробовала. А у меня он вообще на телефоне стоит. Да, девчонки. Они еще думают, что у них есть шанс. Итак, первым к телефону приглашается Ирина. Где я? Ты по центру.
Не вижу себя, покажи мне. Вот ты. Вот это. Она его кого-то убила. Нормально, ты уже, по-моему, трех убила. Нет, ну... Ой-ой-ой, ой, что тут? Что происходит? Она еще кого-то убила, что ли? Нет, ты же не могла троих убить. У меня прогресс. Нет, ты двоих убила. Двоих ты убила. Побежали в камыши. Давай. Ой, ну почему? Сейчас поиграем. Стрелять вот это, мираж. Да. Вижу. Ой, а почему мне деньги дали за то, что... Да вообще пипец. Что я медленно такая... Я никого не убила вообще. А почему мне деньги дают, когда я стреляю? Так, а что она медленная такая, слышишь? Это так задумано? Неудобно, да. Это так задумано, что она медленная? Они все медленные. Что убила? Убила кого-то? Ни хрена я не убила. Нет, не факт. Не факт. Убила кого-то? У меня ноль! У меня ноль, блин! А, ну блин. Не знаю, как убить правильно. Он ходит, вот смотри, у него точечка эта круглая, когда он ходит, она ровно. А у нас она убегала. Куда она убегала? Ну пальцем по ней, да, реально попасть. Уду кого-то, он нет. О! Ноль! А что, довольный такой? Я не того выбрал, твою же дивизию, это не тот! Да, 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 я потом другого все не буду. А меня сейчас вообще размотают, как кота. Давай, давай. Это кто проживает на дне океана, блин? Блин, пипец, я не того выбрал, я-то думаю, блин. Правда, Спанч Боб какой-то тупорылый. О, тут этот генерал еще ходит рядом. Да ну, они меня сейчас все убьют. Патрика, найди вместе вы всех этого уронки. Ты там, что там в камушах светлался? Они меня не видят. Выходи давай. Они меня не видят. Выходи давай, делись. Ай-яй-яй, не понял, не попал. Думает, меня там нет теперь. Смотри, а, вот уже думают, что есть. Сейчас, Эш, я вообще за Эш. Эш крутой. Эш вообще тащит все за Эш, ребят. Сейчас увидите, как Эш будет размах. Блин, куда бежать-то, ё-о-о. Я из центра надо уходить. Да, вообще, кстати. Ну да, он такой же карапет, но еще медленнее. Да то он бьет сильно. У него очень суперудар сильный. Бил? Кого я в сундук бил? Сундуком я прокачиваю, если что. Сундук убил? По красоте. Мне даже не рассказали, куда бить, чтобы прокачаться. Ну давай уже, давай, чтобы тебя убили. О! Вот в чем приводится жадность. Смотри, смотри, как они сейчас. Три. Слышь, свалил в кусты. Ох. Слышь, в кусты свалил. По-моему, я проиграл. У нас плюс один гопник. Я чувствую, да, что на волне все быть. Роликс. А у нас ничего не заразит? Вообще я вас не заражу. Только в шаме. Это нормально. Сейчас я закатёв, смотри. Интересно, кто там звонит? Пойду посмотрю. Здорово! Слышь, это ты, XXX, нагибатор, XXX! Это... Да нет, это не я, что такое-то? Показывает на вашу квартиру! Я по IP вас вычислил! Хорошо, сейчас пойду спрошу. Походу, ребят, это Сява, только он с кем-то ругался. Хотя там вроде боты были. Сява, там к тебе какой-то мужик здоровенный пришел, говорит, по IP тебя пробил. Чё? Реально огромный? Да, вот такенный амбал. Ты это, а скажи ему, что это, типа, меня тут нет. А то куда я сейчас пойду, и что, я от игры отвлекусь, а вы тут все меня ждать, что ли, будете, да? Я все проверил, нагибатора здесь точно нет. Наверное, ошиблись адресом. Ладно, давай, если что, ему... Это... Понял. Офигеть, мы Сяву сейчас, походу, спасли. Сява, а у тебя реально ник XXX, нагибатор XXX? Отстань! Опала! А вообще, это, звали Маша! Кто ж знал, что это двухметровая Маша? Секунда. У меня так везде. Все по нулям. Ну что ж, во втором раунде победителем опять стал я. На втором месте Ирина, ну а на третьем все остальные. Они так и не смогли вчетвером никого убить. Да ну, понакупай здесь, говна айфонов.
Не говори, я вообще всех это на андроиде плавал всегда. А по итогам двух раундов победителем опять стал я. Ну а всех остальных вы увидите в таблице. Ну а мы переходим к третьему раунду нашего челленджа. Баскетбол. Погнали за мячом. Итак, мы на баскетбольной площадке. У каждого будет по 10 бросков вот с этой зоны. Победит тот, кто больше всего забьет мячей в кольцо. Слышь, это, отдай мячик нам чисто так это, размяться, прикинуться. Ну да. Лови. Ну что, это была пародия на челлендж Влада А4, и сегодня мы играли в три крутые игры. Победил я, и эти 50 тысяч достаются тоже мне. Смотрите, какие крутые. А если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал. А если тебе понравился такой формат видео, то поставь лайк, подпишись на канал и самое-самое главное, удачи тебе и всего по кайфу по жизни. А я забыл слова. Всем спасибо, всем пока!